Сегодня у нас утро, 20 октября. Ой, кто пришел? Ну-ка. Паля. Ну-ка, пришла. Все трое выскочили. Вот так надо уголок, чтобы только-только задевал. Господи, помилуй. Рыжки сразу. Вот, почти вот где мои кошки. Смотри, что делается, а? Вот, да хорошо. Давай, молодец. Молодец, добрый. Вот она, так же. Ой, да как они чешут коготки свои. Я боялся, что она не будет больше этого делать. Вот сейчас я напишу на бумажке одно дело. Так. Паля старается. Молодец, умница. Сейчас. Запишу. Вот так. Ты смотри, чешется. Я никак не ожидал. Володя сегодня поможет, сейчас еще разок. Угу. Дело-то какое, Надя, смотри сюда. Вот котенок, он же ничего не понимает. У тебя такая вот это кто? Гликерия. А? Гликерия. Гликерия. Такая же глупенькая. Ну. Вот, на, прочитай, что написано. Затопил печь, закрой Сетеры. Плиту. Затопил печь, закрой плиту. Специально вот какую сделал, гляди. Видишь? Ну. Вот, чтобы на плиту кошка не соскочила. Одна белая была, она гоняла, она от нее прыгает кверху-то. И здесь есть вон еще жесть. Сюда ставится. Но сейчас то и нет, никто не гоняет. Теперь маленькая. Я наказал Володе вот сюда вот-то прибить. Затопил печь, сразу закрой печь. Я вчера после ужина встаю. Вот сюда вот только вот так вот подходить. Анатолий ко мне за мной бегает. Она прыгнула сюда, а плита накалена. Вот это вот чуть не на палец плита расходится. Ну, Володя сколько раз говорил, маленько прикрывай дверку-то. Ну, это не надо что-то. Вот это вот заскочила на середину плиты. Как начала прыгать, она не поймет, что делается с ней. Ноги-то горят у ней-то. Рот разинули. Это заранее предвидел, все сделал. Он затопил, а сюда залезть никак нельзя. Вот решетка, она вокруг обойдет, и вот это вот стоит вот так вот, чтобы она стояла. Тут можно поставить с той стороной. Ну, ой, ты там никак не прыгнешь. Я обожглась. Закрыто, не закрыл. Как она оттуда свалилась, как начала бегать, под кровать, она не поймет, ноги-то горят у нее-то. А вы-то где? А? А вы-то где были? Я стоял вот здесь, вот. Володя там. Она прыгнула, это секунды. Я закричал только где-то, а она прыгнула, и оттуда-то, и она не знает, что с ней делается-то. Она ни огня не знает, ничего нету. Все, забыл. Володя, как это можно было забыть? Напиши мне жирно, крупно на такой бумаге, которая лист полный. Ой. Я его сюда вот прибью. Ты поняла? Нет, морщиться не надо. И он вчера какую-то мазь достал, мы помазали. Сейчас опять помажет. Я ее на руках держал, она тихо-тихо вела себя. И сегодня встал, я не хотел внутрь туда посылать. Потом думаю, ладно, там холоднее будет, Володя, отпусти ее туда, закрыть. Ну вот она, спасатель называется. Да нет. Спасатель, да? Есть. Это самое лучшее от ожога для всех, спирт. Самое лучшее это сопли. Смазать. Самое лучшее сопли, соплями помазать. Спирт прекрасно, он удаляет всю эту... Лучше, чем масло облепиховое нету. Самое лучшее. Там один раз помазали. Ну, главное, хорошо. Поняла? Ну-ка покажи, как она. Ну, что показывает-то? Ничего там не видать. Он помазал. Даже не видно там. Он. Шерсть сгорела. Нет, на животике. О-о-о. Догадаю. Видишь, что? Конечно. Все спеклось здесь на ней. Вот они. И главное, она так никогда не давала себя переворачивать. А сейчас сидит, хоть как поверни, она понимает. Ой, вот сразу спиртом смазывать и сейчас потом Володя вот так смажет. Вот махать, и чтобы это... Ну, и оно, ну, в общем, все проходит. Ты поняла, нет? Я поняла. Да я что давно, поняла? Ты гликерия бегает. Гликерия, вот она споткнулась, а у тебя до красна вот это, гляди.
Вот дверка-то, гляди, когда о чем говорю. Она упала, лицо у ней навсегда будет такое, тебе никогда никто не простит. У тебя открыто. Я говорил, сделать, закрыть. Ничего нету. Гликерия. Ну, а кто сделает? Я не знаю, кто сделает. Ну, не бери гликерию. Ой, ты вчера поносила маленько, уже не можешь. С целыми днями где-то ходишь и за собой ее таскаешь. А она минуты не стоит, она у тебя вырвется под машину. Ты совершенно не понимаешь этого. Да я нигде ее не таскаю. Ты что? Откуда я? Вот это ты вся здесь в этом. Самооправдание бешеное. В храм пошли, она в храме стоит. Ее нельзя удержать даже. Пошли собирать деньги, она мигом к ним подцепилась, уже там идет. Ой, я нигде, я нигде. Да она в храме-то, вы десятером ее не можете удержать. Сделано, продушено там из кочегарки к женщинам. И она туда, уже туда, взад-вперед, взад-вперед. Где, где, как? Слушай, когда говорят. Ты ничем не рассчитаешься. Родители неверующие. Он задушит тебя, придет этот преступник. Не брать. Ничего ты этим не делаешь. Ты за ней никак. Она бегает, веревочку такую за пояс привязывали, как собачонку только может держать. Неверующие говорят, это гиперактивность, то другое. С детства беснуется. Как она защищает, как она живет. Ой-ой-ой. Не брать. Ведь каждый раз ты опять, а можно я возьму? Надя Муха берет ее, и что она с ней? Она ничего не может с ней сделать. Она не природа. Она кого-то на молитве стоит рядом девочки, она каждый теребит, поворачивает, она никому молиться не дает. Это племя такое. И успеть надо что-то вопреки сказать. Где ты? Да ты хорошая, молодец, только не слушаешься. Нет, ты говоришь, так, всегда будет. Попробуй не говорить ни слова. Попробуй ни одного слова не говорить, когда я говорю. Попробуй. Не получится. 50 лет и не получается никак. Не брать. Это не котенок. С котенком возни сколько. И какие я преграды сделал? А ты ребенок бегает, неуправляемый. Вон она, постель моя заскочила сегодня. Так, я ее сейчас опущу. Ты возьмешь это лекарство, и мы помажем. Подожди-ка. Вот они пошли у меня. Ну-ка, выни-ка отсюда. Сейчас я заправлю, я тебе надо буду держать. Он не помогает. А ты мне помажешь ее. Лучше всего. Ты у меня на коленях посидит. Потом вот надо, чтобы она не зализывала. Оно весь жар проходит, и даже красноты не бывает. Так, маленько, а то кошка залазит тут. А днем они на чердаке гоняют мышей, ловят, едят. Мне кошку бы хоть на одну ночь. Давай. Мыши там завел. Я ее держу. Надежда Васильевна, нельзя дать даже аппарат держать. Дал она, 5 минут и в обморок падать начинает. Не удержать ничего нельзя. Вот она полезла туда. Ну-ка иди сюда. Где она? Все. Спряталась. Какая? И сейчас я ее позову, а она прибежит. Я вот сюда вот сяду, ты мне помажешь. Вон она идет. Вот она. Я ее приучила, она, видишь, она. Давай еще помажем. Давай эту лекарство. Надежда Васильевна, дай. Нет, ты сам помажь. Надежда Васильевна, возьмите. Возьми. Ну, что взять-то? Камеру. Ничего не нажимайте. Никого не ищи виновными. Держите, чтобы нас видно было. За косяк держись, обопрись. А то рухнешь. Так, давай. Гли какая спокойная, как будто знает. До того умная кошонка. Давай. Вот эти вверху, вот эти белые, которые увидать ее. Хорошая паля. Как у нее. Сейчас я буду держать здесь. Ну, минут 20 я могу продержать. А потом она слизывать начинает. Давай. Это какая, понимаю, главное. Вот так вот опрокинуть, держать, не в жизнь. Кусать начинает, корябать все. Здесь нету, лежит, как будто бы так и надо. Хорошая паля. Господи, благослови ее. Вчера Володя не поставил. Я говорил, все, забыл.
Забыл, значит, лишились. Я заранее все, он у дверей. Не хлопать дверями, не повредите кошку. Вон она где. Давай. Смотри, вот как клиент какая. Поворачивай, лежит, ноги поднимет. И не мог никогда ничего сделать. Лежит совершенно спокойно. А он все делает. На не, направь маленько. А посмотри, что делать-то. Как-то ничего не видите. Вот этот у меня. Началось. Давай. Здоровенькие, бегают. Давай, гляди какая. Как будто другой котенок совершенно. Вот надо же, Господь, я ее перекрестил и говорю, так, крестным знаменем, и говорю, Господи, помоги. Ну, много не надо, сохрани. Ты меня тут вымазал уже, все. Все, 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 все. Закрой, чтобы она еще схватилась. Лежит. Понимаешь, как в реанимации. Даже ни одной попытки не делаешь, чтобы... Ну, молодец такая. Такая лежит, а не движется. А Володя вчера мне... Так не давите горло-то ей, не давите. Думает, я задавил ее, и она... Я вот так пальчиками задеваю только. Ну, забери. Так. Сегодня ночью я просыпаюсь. Первый час ночи. Ну, минут пять первого. Тишина, конечно. Голову в подушку маленько туда вдавил. Слышу, Володя разговаривает. Ну, во сне уснул и разговаривает. И припомнил я, вчера точно так же было ночью, разговаривает. Решил я взять аппарат, но не видно, а звук-то будет. Запишу я его. Ногу не могу на кровать поднять. А в руке-то еще и аппарат. Кое-как залез, включил, сунул на него, не пойму, одеяло или еще это рука его. Я руку ему задел, он перестал говорить. Я стоял там с аппаратом-то. Маленько он что-то там буркнул раза два, сейчас прослушаем, что он говорил. Я гляжу, ну, уже минут там сколько, 20 минут первого. Я сюда включил свою игрушку, это вот, заработал процессор, все. Смотрю, даже не шевельнется. Ну, и гляжу, Володя встал, а у него рубашка ночная такая, вот, коричневая. И так это, ну, как Путин, когда борется, вот это, по японской борьбе-то. И так у него расстегнуто, это все. Кимоно. Черный пояс только не хватает дать. И дальше стали разговаривать, а что не спится? Я говорю, а тебе еще не спится? Нет. А я ему тогда и говорю, я тут записал. Так я по телефону, говорит, разговаривал. По телефону, и вчера. Дальше скажи, ты что-то разговаривал, с кем? С Катей Тинниковой. Вот я сейчас выговорю крепко. После 9 ни один не имеет права нам звонить. По 9 по-нашему. Ну и московская, это получается 5 вечера, 17. Зачем она звонила? Она говорит, в одном храме увидела места писания на русском языке. И ну, вот, глава она... стиха указаны. Да. Да, тут она мне написала это. Это было. Это надо среди ночи звонить. Да какая нужда? Никакой нужды нету. Это... Время перебор. За этим я уже поневоле начинаю усматривать. Человек ищет другого. Уже понимают, час ночи. Работаем с утра. Все, вчера уже темняется, мы все еще работаем и колотимся. И в это время только легли. В 4:40 встаем. Ты ее подними в 4:40. Она была в лагере, поднимали. Этого нельзя делать. Я утром сейчас сразу ее строго выговорю. Все знают, никто не звонит. И она это знать должна. Вот такое дело. Вот кажется, какие события. А вот это событие уже ночь. Вот, видите, даже вот, ну, ни одного движения не сделала. Это благословение. И лапки подняла, и она две ножки, вот они, я так вот, я даже ее не зажимаю, вот она. Я думал, утром она не выйдет. У меня кошка вот эта вот заскочила, я ей почему сделал. Та она загнала ее, она прямо отсюда прыгнула и обожгла ноги. Так она хромала сколько, я думал, у нее когтей не будет. Делать, что я говорю, надо предвидеть. Я всегда говорю, батюшка у нас идет по уголькам.
Ну, не надо, это как, он ждет, когда чем кончится. Я никогда не жду. Я должен много вариантов просматривать и принимать самое мудрое решение. Те, которые нападают, они ничего не делают. Вот был тут Максим Степаненко, тот понял. Ты, говорит, на неделю возьми чужого ребенка одного и дай ему ума. А это 45 лет. А ведь у нас те годы было в среднем со взрослым 108-109 человек. Один раз с поезда 72 человека только сошло за раз. Какой наплыв был народа. И ни одного несчастного случая. А сейчас на меня тут нападает. Нападает. Я сегодня составлю даже ролик на эту тему. И «Московский комсомолец». Поганейшая похабная газета. И вот этот Калинин там насчет Матильды нападает. И это мы тоже тут участники. Все собрал. Только не... «Московский комсомолец» написали, и мне прислали, а Игорь привез прям вырезку из газеты. Вырезку. Вот. И не надо думать, что я там придумаю что-то или как-то. Вот здесь. Вот он, «Московский комсомолец» за 18 октября. 14 страница. На, возьми, подержу. У меня рука дрожит, она дергается. Руки-то избитые, как грабли. Ну, ей покажи, сюда ему поставь-то. Для чего тебе дал-то? Вертикально. Вертикально. Вот так. Я бы мог им ответить. Но они не говорят, что они на меня нападали. Там Лапкина прихлопнули. 98-й год. Сколько статей было? Я подал в суд на них, говорит, а потребовал сатисфакции, удовлетворения, обиды, подрыв деловой репутации. А они ни под каким видом, никак. Я подал в суд, и они продули полностью его. Ну, им назначили опубликовать в газете, опровержение. Они не платят. Я обратился, а у них регистрация в Москве, прокурору Москвы. А там сразу, если Лапкину не заплатите столько-то, конфисковывается имущество, аппаратура, там все. Мигом перевели деньги, готово дело. Они продулись. А который писал статьи, у них лучший журналист был, как они говорят, Самольцев Александр. Его нашли мертвым около подвала, кто-то убил. Не я же его убивал. Профессор, который участвовал, бил, его в подъезде встретили, ножами всю задницу ему изрезали. Ну не морщится никогда. Ни одного нету. С работы повыгоняли все. Они полностью проиграли. Они об этом-то не пишут, но затаили обиду. И вот сюда следы ведут. Они не знают, что Александру этого я тогда обличал. Что ты провокатор. Никакой у тебя ни молитвы, ни веры, ничего нету. Нигде не работает. У меня ролики стоят. Как он гонялся за ними, чтобы убрать их. Будто бы он воскресал. Неверующий человек. И с колдуньей там где-то столкнулся. И вот он обмирал. И сколько там он был в клинической смерти, что он видел. А видел все не так, как у Феодора Стареградского. Я говорю, ты обманщик. И баптисты его привещали. Он по баптистам ездил везде, выступал. А я православный. Они поста не соблюдают, ничего. А сейчас лидер общества. Христианское государство, Святая Русь. У меня ролики стоят. Гореть за Матильду. Машину поджигать начали, угрожать. Кинотеатре, в котором фильм «Матильда» будет, сожгут с людьми вместе. А что за Матильда? Ты слушай внимательно, никогда не морщись, не надо это. Надо вперед смотреть. Вперед. И вот сегодня утром докастали, вот она лежит. Да, пожалуйста. Но даже это не, невозможно же было представить, чтобы она лежала. И главное, нас кошек смотрит, кошки лазят, где... Вот эту так она идет туда, поднять решеточку, подними, она заскочит. Подними кверху. И она обязательно заскочит. Подними кверху. Все. Вот она там. Ищет, где что есть. А внизу там голубь. Эх, как смотрит. А этот с голубенком вместе сидит там, и даже нужды никакой нету. Лапки сложила. Ну, понятно, это благословение. Я вот так вот вчера перекрестил, и, Господи, ночью переживаю, хотел выпустить. Боли такие у нее, конечно.
Она разве зализывает, и лекарство у нее тогда пропащее будет. Вон она пошла. Она прыгает, вот так, стул вот здесь вот стоит, она вот так кверху прыгает, и по инерции, как будто бы стреляет Катюша, летит и туда на кровать. Я маленькую приучил. Она длинная такая, ноги сильные. О, и главное, вчера на ночь надо их под пол. Она нигде нету. Я говорю, Володя, пошебурши бумажкой. А то она выглянула вверху, она не поняла. Ну, пускай слазит. И она, главное, зад пятки, как положено, слазит. Знает, что надо торопиться. И, однако, не прыгает. Вон она что. Видит, лапой поднимает эту картонку. Пытается поднять туда. Залезла в угол, лапу зацепила и поднимает эту картонку, чтобы залезть. Она не понимает, что ее не поднять, она на ней сидит. Ой, кошачий ум-то. Вчера какой-то кот забрел, белые и пятна черные, серые как будто бы, с ошейником. Я такого кота не видел еще. И главное, он хвост как лиса. Пошел к тебе туда везде, все, зашел, сидит рядом. Когда он нападает. Все. Утренний эмоцион. Обошел везде, в туалет заглянул под эту. В сарай. Мы тут дрова, я таскаю, он никаких. Прям тут же подошел. Гляжу, голубей начал красться за ними. Но я палочку в него кинул, он на палочку посмотрел, никаких, повернулся в другое место. За голубями, это мне не надо. Крадется за голубями прямо. Откуда он взялся такой смелый-смелый? Давай соседи. Сюда. Соседи, говорю, там мужчина приходит за ним. Вот это горит за Матильду. Ну все. Вот видишь, какие у нас события. Вообще. Давай я ее за кошками. Держать. Она минуты идет, чтобы она за ними бегает. А тут никаких или. Давай я ее буду держать. Не надо, не надо. Все. Сейчас она пускай полежит еще. Я пока в компьютере тут разберусь, кто чего. Все, Володя, отключайся.